Всем доброго времени суток, меня зовут Авангард, мы играем в игру под названием «Последняя дверь». Второй эпизод первого сезона, сезона 2, тут все так же, похоже, наш разговор с отцом Эрнестом был крайне быстр. Опять я зашел через эту несчастную дверь. Что вообще никто не присматривает за больными, жуткая безответственность. В общем, я проверил, оказалось, что ответы отцу... Ну, ответы на вопросы, которые задает нам отец Эрнест, ни по сути ни на что и не влияют. Кроме того, что кресты падают со стен. Жалко, конечно, но, думаю, ничего страшного. Я и не ожидал от этой игры какой-то сильной разветвленности, но все-таки... Жалко, конечно, что можно, по сути, кликать что угодно в разговорах. Так, нам, по идее, нужно избавиться от... гобелена. И, возможно, мы сможем это сделать бритвой. Не смогу прорезать такой толстый гобелен, используя просто бритву. У меня просто не хватит сил в руках. А палка. Она достаточно острая. Можешь попробовать заточить ее. А, мы сделали инструмент для резки. Классно, конечно, такая... Изобретательно, изобретательно. Честно говоря, с трудом представляю, как это выглядит. И, собственно, я думаю, что, кстати, скрывали эту дверь. Ну, как минимум, не зря. Опять флешбеки. И, наконец, наш эксперт по философии Джереми Дэвид показался. Где ты был, мой друг? Мы искали тебя. Ну, как я уже говорил, сегодня превосходный момент для нашей следующей встречи. Но у меня, я подозреваю, что кто-то не из нашей группы тайно следит за нами. Кто это, Энтони? Мои дорогие друзья, это профессор Глин. Ты имеешь в виду отца Эрнеста? Определенно, никаких сомнений насчет этого. Потому, дорогие коллеги, я решил изменить место сегодняшней встречи. Вы замечали ложе за маленькой дверью в классной комнате? Я посчитал вполне разумным одолжить ключ от нее для наших нужд. Мы уже знаем. Вы уже знаете, что в 12 часов эта дверь будет открыта, я буду внутри ложи. Вот и все, мои дорогие коллеги. Видет Неквис не умеет читать на этом языке. Однако. Эх, а почему нельзя встречаться? Мы же и так вроде все встретились. Или мы проводили там какие-то оккультные ритуалы. Я все жду, когда наконец начнется что-то оккультное и про сущности из другого мира, ведь недаром же наш дорогой друг сошел с ума, его жена покончила с собой. Я помню, что этой мебели мы держали кое-какие личные вещи, теперь тут пусто. Увы. Стены в полном беспорядке. Я, наверное, смогу пробить их, если бы я попытался. Ну, это уж, наверное, перебор, мистер Дэвид. Вы даже гобелен не смогли в сторону отодвинуть, например. Что уж говорить про стены. Я помню, что это кровать, где я спал, когда я был здесь учеником. У них было всего одно общежитие, их 4 ученика было или чё? А, гениальная идея. Давайте поспим, чем бы и нет. Во снах мистер Кролик прыгал через лес теплым весенним полднем. Теплый весенний полдень. Кстати, вспомню, что у меня есть еще один неплохой квест, который мне пришелся по душе. Называется Грей Мэттер. Призраки подсознания. Хотя я его уже проходил, поэтому, наверное, будет не так интересно. Там тоже был неплохой сюжет, хотя и довольно очевидный. Пробегая через кустарник, мистер Кролик наткнулся на мистера Волка, мистера Стервятника и мисс Снейк.
у которых был напряженный спор. Возможно, мистер Кролик — это мы, а все эти мистеры, стервятники и волки — наши друзья? Ну, я как-то ожидал увидеть что-то пострашнее в этой комнате, просто посмотрите на вход в нее. Кажется, как будто мы то видим расчлененку, гуру и прочие страшные вещи, но все выглядит довольно мирно. Мистер Кролик из любопытства спросил у них: «Дорожайшие мои, почему вы спорите в этот прекрасный жизнерадостный весенний полдень?» «Очень умно, мистер Кролик». Мистер Волк ответил вежливо: «Что, что мы пытаемся решить, это у кого из нас будет удовольствие съесть вас?» Ох, не здорово. Мистер Кролик, действительно напуганный, сказал: «Но я не хочу, чтобы меня ели, я хочу жить». Ох, что плохое предчувствие у меня насчет следующей комнаты. Оу, все в крови. На что мисс Змея ответила с улыбкой. Наверное, не мисс, а миссис, кстати. Но я не уверен. Это невозможно, мистер Кролик. Так как мы все, и вы, и мы, собираемся умереть раньше или позже. Кто раньше, кто позже. Вы так не думаете. Ох, что-то тут очень темно, и мне это совсем не нравится. Не люблю темноту в хоррорах, интересно почему. Мистер Стервятник добавил: «Миссис...» Я все же миссис, я думаю. Но уже не очень помню все эти сокращения. «Миссис Змея права, мы должны...» собственно, разобраться с проблемой прямо тут. Уже становится поздно, и, как вы видите, мы не согласились. Вы не хотите помочь нам решить, мистер Кролик? Кого бы вы предложили в качестве того, кто вас съест? Эх, ну, честно, кого... ну, не знаю. Наверное, мистер Волк — неплохой вариант. Обдумав все это, мистер Кролик... Мистеру Кролику пришла в голову идея, и он осторожно сказал: «Я придумал, почему бы не организовать гонку? Первый, кто доберется до черты леса, возможно, получит привилегии съесть меня». Без сомнения, мистер Волк может бежать очень быстро, но мистер Стервятник может полететь и избегать любых препятствий. И я уверен, что миссис Змея знает все короткие пути в лесу. Что думаете? Отличная идея. Слушайте, тут люди, получается, стоят, или что это? Погодите-ка, погодите-ка. Тут сначала ничего не было, не можешь вернуться назад. Это человек, просто тень, или это человек и человек кто? Или это человек решил выпрыгнуть? Кто-то покончил жизнь самоубийством? А, три хищника согласились, что это будет справедливо, поэтому они начали гонку, и они быстро исчезли. Кровь. Или нет? Скорее всего, это еще одна комната с красными занавесками. Мистер Кролик, счастливый, что он перехитрил их, побежал как можно быстрее в противоположном направлении от хищников, которые в своем желании доказать их... ну, привилегированность, скажем так, не поняли эту его ловушку. Его хитрость, точнее. Блин, мне вот очень нравится, когда мы, знаете, заходим в дверь справа и выходим с той же стороны. Было бы логично, если мы заходили направо и выходили слева. И это еще в играх на RPG-мейкере терпеть не мог. Чего нельзя сохранять направление, мне непонятно. Мистер Кролик был уже далеко оттуда, и он наконец чувствовал себя безопасным, счастливым, и он очень гордился своей хитростью. Но внезапно он услышал громкий бум. Земля затряслась, полетели испуганные птицы, и все обратилось в тьму. Конец. Блин, господа кролики, я не волк, не стервятник.
Если вы хотите подискутировать, что ж вы на меня так смотрите? Если вы хотите обсудить эту проблему, то давайте... Все, музыка кончилась, можно идти, да? До свидания. Невозможная любовь. Есть кое-что, что я держал внутри себя уже долгое время. И дело в том, что я люблю тебя. Я всегда любил тебя. С тех пор, впервые, как я увидел тебя, с тех пор, как я почувствовал твои ледяные руки. Каждый раз, когда я ухожу от тебя, я скучаю по твоим стеклянным, пустым, мертвым глазам. Я скучаю по твоим жестким волосам, по твоей серой коже. Но наша любовь просто невозможна. Это невозможная любовь. Конец. Ну, некрофил бывает, как бы. Я не осуждаю. Неплохой сон. Нет, не снова. Как долго я спал? Что это вообще было? Хороший вопрос, мистер Дэвид. В этом кошмаре я нашел место. Место из моих воспоминаний. Здесь нам это позже объяснят, это не просто была страшилка ради страшилки. Что музыка вообще не веселая. Здесь нас не привлекут к ответственности за порчу гобелена. То, что разрезали мы его, дай боже. Так. Тут нам ничего интересного, видно, не ждет. Что же делать теперь? Наверное, не стоит общаться с людьми, от которых мы ничего не добьемся. Может, к отцу Эрнесту? Тут все обыденно. Возможно, нам и правда стоит направиться к отцу Эрнесту. Других идей у меня, честно говоря, нету. У меня вообще нет идей. Возможно, дело в том, что мы в конце куда-то спустились вниз. Не тут ли мы были? Наверное, нет. В моем кошмаре я меня привел к этому месту. Чего я, конечно, не понял, но... Ну, обойти все локации — это тоже выход. Вот этот люк я видел в своем кошмаре. Ужасный запах идет отсюда. Что-то там есть внизу. Ты видел? Ты видел? Она была прямо передо мной. Эта вещь, она кричала. Он трясется, его тело трясется от боли, и есть только один путь закончить его страдания. Какой сейчас мир? Мне дали достижение, милосердный. Что это? Носилки использовали, чтобы таскать сюда трупы. Кто стоит за всем этим? Ну, наверное, Болдвин как-то замешан во всем этом. Я сразу же говорил, что он явно плохой человек. Разложившийся труп юной женщины. Пока вот такое чувство, будто я разорвал животное. Черт побери, вот зря мы сюда пришли. Засохшая кровь. О, нет. Это похоже наша встреча, да? Пунктуален, как и всегда, Дэвид. А теперь осталось представить нашего гостя. Вы можете войти, профессор. Отец Эрнест? Не беспокойся, друг мой. Я пригласил его присоединиться к нам этим вечером. Профессор искренне разделяет наше любопытство. И кто лучше дополнит нашу группу, как не один из самых опытных теологистов?
К тому же мы не должны запрещать это тем, кто желает исследовать то, что находится за вуалью. Момент, который мы так долго ждали, наконец прибыл. Пожалуйста, все присядьте, и мы начнем процедуру. Скоро дверь откроется, и мы наконец сможем увидеть, что лежит за ней. А, ну понятно. То есть, скорее всего, мы увидим, и поэтому отец Эрнест выжег свои глаза. Теперь я прошу вас закрыть ваши глаза. Вы почувствуете мгновенную боль, как только я вколю вам серу. Серу? Ну, это, наверное, не сера. Сера по-другому. Что-то нам вколят. По крайней мере. А вот и глаза. А, это понятно. На самом деле непонятно. Но это, видимо, место, где мы проводили наши исследования. Даже после всех этих лет, ты не, я не забыл твой голос. Ты четвертый свидетель. Скорее так, видимо, Эрнест, может, и устраняет всю нашу группу. И не знаю, какое отношение к этому имеет Болдвин, но очевидно имеет, раз Эрнест и есть Монсеньер. Я вспомнил. Я вспомню теперь, что случилось, что мы увидели. Глаз птицы. Зло в себе. Что случилось с нами? Что это было, то, что мы... То, чему свидетелями мы стали? Вы должны сказать мне. Вы должны стать мне понять, что не может объять мой разум. Это наше любопытство прокляло нас. Мы открыли то, что не должны были открывать. Сделав это, мы разорвали вуаль, которая разделяла наш мир от его. В нашем видении мы сами были увидены глазом птицы. Оно помнит нас, оно ищет нас, оно зовет нас из своего темного гнезда, из его логова. Все эти годы я пытался вернуться к нему, но у меня не осталось сил. Эти бедные, изломанные существа слишком хрупкие. Не хватает взгляда, чтобы вернуться, что-то я не очень понимаю. Никого из них его не было, только у нас четырех свидетелей. Кто другие двое? Где они? Они исчезли, как и ты. Я ничего не слышал от них. Но я был поглощен своим любопытством. Оно убило мою веру и забрало мой рассудок. Господь, прости меня за то, что я нагрешил. Ничего не осталось. Все, что осталось, это сдаться. Сдаться ему. Мы нагрешили, и теперь единственный выход для нас — это гореть. Гореть в пламени. Ох, ох. Зло в себе. Отец Эрнест, все. Болвин, однако, не стал с нами дискутировать. Какую роль он-то во всем этом играет? Че это вроде как канистру? Нас хоронят заживо, и предыдущую жертву возможно. Тут уже было больше бэкеров. Продолжим, у нас еще есть минут 10. Как раз посмотрим заставку. Я могу пока сказать, так, что было раньше. После смерти своего друга Энтони, Девит решил отправиться назад в школу, которую они оба посещали. Но неподалеку от Абердина. В своих поисках Девит встретил своего старого учителя, отца Эрнеста. Он также вспомнил эксперимент, который все они провели много лет назад, у которого были ужасные последствия.
Истина была раскрыта. Отец Арнас поклоняется глазу птицы. Видению из эксперимента. Он убил множество людей, пытаясь повторить свои его результаты. А вот теперь я осознал. Но никто не смог так открыть. Ну, увидеть ли. Те, кто увидели глаз тогда, он назвал их четырьмя свидетелями. Будучи раскрытым, Эрнест сжег себя. Наконец, слуга Эрнеста оглушил Дэвида и похоронил его заживо. Круг темнота. Круг холод. Все холодное. Только тишина. У нас с собой фотографии. Сейчас могу сказать, что второй эпизод мне как-то поменьше первого понравился. Вот первый был прям идеальным. Я правда думал, Ферн, что мы побольше времени в особняке проведем. Там все было как-то более логично, было он пострашнее, я бы сказал. Эти воры с этими воронами действительно было очень жутко. В втором эпизоде страшило как бы не особо много, но мне понравились моменты с запиской, где было написано, что Болдвин лжет. С кроликами это был сон фантасморгичный. Интересно, в нашем сне про невозможную любовь мы видели Болдвина? Или нет? Ну, разве что мы вылезли из гроба зимой, но думаю, дело не в этом. Джереми, мы должны поговорить. Теперь, когда мать умерла, мы должны решить что-то насчет твоего взросления. Человек моей позиции и ответственности не может тратить время, чтобы присматривать за маленьким мальчиком. Первым делом утром ты отправишься в Шотландию. Я отправляю тебя учиться в закрытой школе Святого Гала в Абердине. Тебе нет нужды тратить время на то, чтобы писать, потому что у меня самого не будет времени читать твои письма. Отлично, отец. Ничего не скажешь. А, видимо, это как раз тот момент, когда мы отправились в Шотландию. Возможно. Все еще нет писем для тебя, Дэвид. Пожалуйста, не нужно продолжать эту тему. Не знаю, для меня, наверное, никогда не будет понятно, как можно поступать так со своими детьми. Приятно встретить вас, мои новые одноклассники. И кто это? Ну, это просто Дэвид. Не обращай на него внимания, он немного странный. Интересно. Здравствуй, я Энтони, Энтони Витчворс. Это мой первый день здесь. Я только что прибыл. Надеюсь, мы сможем стать друзьями. Энтони, наверное, был лидером нашей группы. Наверное, он был хорошим человеком, пока не началось это безумие. Что у нас в инвентаре? Что? Что происходит? Билет. Четыре свидетеля. Номер 4. Как это попало в мой карман? Кстати, нас забрали шкатулку. Вернут ли? Билет, чтобы увидеть постановку под названием «Четыре свидетеля». В моей голове... Ну, моя голова раскалывается.
Чувствуя себя слабым, не хочу пить. Если я скорости не попью, я потеряю сознание. Господи, где я? Уши закрыты. Уши зажаты. И голоса шепчут земле, которая любит тишину. Так, давайте посмотрим на наши недавние ложи. Холодок бежит по моей спине, когда я смотрю на то, что могло стать моим вечным посмертным ложем. Нужно убираться отсюда. Трубы. Где трубы, там и вода. Что это за место? Я в городе. Это Абердин. Как я мог сбежать? Но я бы не сказал, что мы сбежали. Я вообще думал, что нас похоронили. Так. Юноши, не могли бы вы сказать мне, где я? Ну, спасибо. Тут наверняка можно купить воду. Пожалуйста, сэр, не могли бы вы дать мне воды? У нас от него благотворительность, бродяга. Я продаю только тем, кто платит. Так что или выкладывай деньги, или убирайся. Отлично. Мы так долго не продержимся. Ну, самое время начать побираться. Телега блокирует аллею. И не смогу пройти, пока ее не сдвинут. Но тут можно пролезть, Дэвид, на дело твое. Воды. Некто в обветшалой одежде сидит, прижавшись к кирпичной стене. Что это? Это не вода? Нет, видимо. Юноша спит под отвратительным одеялом. Юная женщина с трудом дышит. Воды, воды. Пожалуйста, мне нужна вода. Убирайся отсюда, пьяница. Мужчина уставился на меня из толпы. Что-то в нем кажется мне странным. Третий свидетель. Не исключено. Пожалуйста, мадам, не могли бы вы сказать, где я? Вы не знаете, где вы? Это улица Старой Николь. Темное место, каким оно никогда раньше не было. Но это в Лондоне. Как я мог сюда так быстро прибыть? Лондон, однако. Но он хоть не Абердин. Но как мы сюда попали, это действительно хороший вопрос. Вода. Хоть какая-то сейчас. Вода полна. Дурной запах от этой воды, в общем, я вам скажу. Так, ну, по крайней мере, нам... Нет, не полегчало. Совсем нет. Ночь. Не лучшее место, чтобы бродить по переулкам. Должно тебе потерять сознание. Опасно быть старой Николь по ночам. Нужно уйти отсюда как можно быстрее. Может, еще попьем? Я не собираюсь снова пить. У меня был ужасный вкус. Но, по крайней мере, мы хорошо себя чувствуем. Вернемся назад, может? Ох, честно говоря, теперь это место не вызывает добрых чувств. Но, по крайней мере, похоже, убрали тележку. Или нет? Есть ли смысл возвращаться назад? Опа. Глаз.
Давайте пройдем до конца. Ладно, думаю, на этой позитивной ноте стоит закончить. С вами был Авангард. Надеюсь, вам понравилось. И до новых встреч, друзья. До новых встреч в следующей серии.